В Змеиногорском районе вновь коммунальная авария. Половина поселка Савушки, это больше 500 человек, несколько дней остаются без воды. Пятница, суббота, воскресенье, и на сегодняшний день, то есть наша часть до сих пор без воды. Не доходит до нас, потому что работает один насос. В течение выходных какие-то работы велись, хотя бы подвоз воды? Нет, самостоятельно. У нас нет ни бригады ремонта, ничего, то есть все с района. Вот у нас есть два человека, заведующий котельной и мастер. Ну что они вдвоем могут сделать? Ни техники, ничего. Как пояснили нам в сельсовете, сейчас глава поселка отправилась решать проблему в районную администрацию. Однако перебои с водоснабжением, говорят, там не редкость. С октября отключения происходили регулярно. По вечерам напора не было, из-за этого стиральные машины жители не включают почти 2 месяца. По словам сотрудников администрации, ремонт водонапорной башни был давно, и мощности старых насосов не хватает. В выходные в Савушках не было не только воды, но и света. Пятничный буран оборвал провода и даже повалил столбы электролиний, рассказали нам в сельсовете. Сейчас электроснабжение восстановлено. В самом Змеиногорске, где только неделю назад устранили коммунальную аварию, вновь нет воды, а в отдельных районах города и тепла. Добавим, что за последние дни в Змеиногорске произошло уже несколько порывов. Неделю назад губернатор Виктор Томенко призвал найти виновных, которые должны понести наказание вплоть до уголовного.